Я Олечка Лялечка. Последние 3 дня я делала вот такой большой двухэтажный дом. Такой. Большую часть мебели для него я уже сделала. Но именно сегодня я буду делать для него диван. Ну что ж, поехали. Для того, чтобы наш диван был красивый, я взяла вот такую вот синенькую ткань. Очень интересно. И я еще заранее вырезала 2 вот таких вот прямоугольничка. Это основа нашего дивана. Мы кладем вот этот вот треугольничек вниз. Вот так. Вот так вот. Так. Берем клей. Вот так вот. Кисточку. На кисточку клей. И намазываем. Впрочем, будет легче намазать сюда, а потом размазать. Давай. Давай, давись. А, там Петька что застряла. Ладно. Ничего выдавить не получается, но мне на кисточке много осталось. А, понятно. Вот клей. Эта штука застряла. Ладно. Ничего страшного. Вот так вот. Если на ткань немного ляпнет, ничего страшного, потому что этой стороной будет вовнутрь. Вот так вот. Теперь заворачиваем. Вот так вот. Аккуратно. Не испачкайтесь в клее. Вы можете этот диванчик использовать просто, чтобы играться с куклами. Но у меня это будет интерьер мини-домика. Вот так. Так, здесь помажу. Так, нанесем побольше вот здесь вот на ткань. Вот так вот. Не так уж это и много, но на то, чтобы приклеить нам эти вот половинки, ну хватит. Вот так вот. Смотрим, как у нас получается. Получается какая-то маленькая подушка. Снизу не важно, что будет неровно. Главное, чтобы сверху было красиво. Вот так вот. Нужно получше приклеить. Вот там что-то застряло. Ну, впрочем, так будет легче. Если сниму ту крышку. Ой, это слишком много. Вот так вот. Так вот. Аккуратненько заворачиваем. Оно будет здесь
Так вот разворачивается. Вот так. Вот там. Осталось подождать, пока он приклеится. Ну все, они засохли. Я еще решила закрутить тканью. Здесь нужно еще немного приклеить. А, клеит. Вот так вот. Многовато, но ничего, зато лучше приклеится. Ладно. У нас все готово. Блин. Испачкалась подушка, но ничего. Нам нужно теперь самое главное. Приклеить вот эту вот спинку к сидушке. Делать это надо очень аккуратно. Так вот. Аккуратненько, как я. Вот этим вот низом клеим вот сюда. Оно не держится, но можно приколоть булавкой. Так, давай, хоп. Все. Осталось немного подождать, пока оно высохнет. Ну вот и все. Наш диванчик засох. Я сюда еще решила добавить вот такую вот ленточку. Ну, все же таки, мне кажется, что нам чего-то не хватает. Ладно. О, класс. Подушка. Ну, может, еще чего-то. Класс, супер. Каменькая подушечка. Пушистенькая. Тут тоже мягенькая. Диван стал более мягким, но чего-то не хватает. Все же чего-то одного не хватает. О, знаю. Класс, блин, супер диванчик. Эту подушечку можно и так поставить, и так. Блин, класс, это такой мягенький пледик. Вот эти две подушечки. Вау, это просто супер бомба. Все это нужно делать очень аккуратно. Подушечки тоже нужно делать аккуратно. Я их шила на швейной машине. Скажу вам свой секрет. Магия монтажа. И все. Они появляются здесь. Этот пледик я тоже сама вырезала. Такой пушистенькой ткани. Класс. Возьмем еще вот эту вот куколку. У нее платье из этой ткани же пошито. Садим на диванчик. Так. Аккуратно. Ой, ее хвостик мешает. Ну, сделаю вот так. Так-то проще. Ну, просто сгинаются коленки. Думала, что обычно сядет. Ну, так. Можно ее пледиком укрыть. Да вообще, платье практически сливается. Ну, все же таки. Здесь шерстка. Шерстка, короче. Да. Вау. Диванчик просто супер. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки.
подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока!